Я очень рад, что старт на открытом грунте, потому что мы еще не успели перейти все в манеж. До такой погоды даже неправильно переходить в манеж, наверное. Маршрут стоял достаточно простой. Для начала соревнований это, наверное, и неплохо. Дальше будет сложней. Будем бороться дальше. У меня получилось сегодня проехать быстрее всех. И на второй лошади я также был в призерах. Мне маршрут понравился, все сложилось так, как надо. Настрой хороший, все готовы бороться. И, конечно же, ждали этого завершения этого турнира. И ждем, потому что надо дальше двигаться, а как бы хвост надо обрубать уже. В команде, конечно, мы поддерживаем. Мы уже до турнира звонили, спрашивали, как лошади, как настрой. Ну, конечно же, командные соревнования объединяют людей, и команда поддерживает, сидят, болеют всегда. Даже если я выступаю не на той лошади, на которой в команде, все равно это объединило как-то. Ну, конечно же, настрой боевой. Будем бороться до конца.